Перспективные научные разработки представили молодые ученые в Гродно. Акцент сделан на импортозамещение. На встрече с руководителем региона презентовали уже внедренные проекты. Без внимания не остались и бизнес-идеи. Так, в областном центре создан уникальный для республики полимерный клей. Он может применяться и в промышленном производстве, и на многочисленных мебельных предприятиях. К примеру, только Минскому заводу холодильников в год необходимо около 4 тонн такой продукции. Пока что она закупается за границей. На конкурсной основе мы его распределяем ежегодно. Но это в пределах до 100 миллиардов рублей, значит, на поддержку вот таких инновационных проектов различной направленности. И просто реализацию уже готовых бизнес-планов и проектов. И на поддержку где-то надо просто еще довести до производства. Разработки молодых ученых нашли поддержку у местной власти. Большинство из представленных проектов начнут использовать в производстве уже в течение года. Для этого в регионе существует стабилизационный фонд, деньги из которого направляются на поддержку перспективных бизнес-идей.